на полях Восточно-Азиатского саммита в Мьянме состоялась встреча представителя правительства России Медведева с премьер-министром Лаоса Хансином Пхомолунгмом, позволившая сверить часы по актуальным вопросам внешнеполитической повестки дня и двусторонних отношений между нашими странами. В 2016 году в Совете Федерации была создана группа дружбы с Национальным собранием Беларуси. В Белорусском парламенте также работает группа дружбы с Россией. На запопе солнечную сахасу на тебе на кумно кумитахапка сахарин сахарин. Основным механизмом стимулирования и поддержки торгово-экономических связей является межправительственная комиссия по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. В конце 2014 года председателем российской части данной межправительственной комиссии назначен министр связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Николай Анатольевич Никифоров. С лаосской стороны, как вы, возможно, знаете, эту комиссию возглавляет министр планирования и инвестиций Самдин Дуандин. Kung pasong kang isibet kung kanadang ka kapit sa day sa tiyong school na ladu bay may no kana daga na sa po na tay isong kung В вашей стране российские компании работают в таких сферах, как телекоммуникации, гидроэнергетика, геологическая разведка и добыча полезных ископаемых, а также производство полиграфической продукции. Развиваются связи между нашими странами в области туризма. Традиционное нашего увеличение сегодня подчеркивается нашими странами в России и Белоруссии. И в настоящее время такой вопрос находится в проработке. И правительство выделило дополнительные квоты. Но из этой из 29 человек поехало 25. 4 человека не смогло поехать по внутренним своим причинам, 3 по семейным причинам. Кто-то заболел, у кого-то родился ребенок, один человек хотел поехать учиться в аспирантуру, но оказалось так, что в семье произошли изменения.